Всем привет! Ты на канале Лепка Ок, и сегодня я буду лепить дрель-вумен и страшного скибидиста. Дрель-вумен или бурильщица. Она союзник Альянса и относится к группе бурильщиков. Это герои из мультивселенной Скибиди. У каждого из них разные типы голов. У дрель-вумен это бур. Она одета в белую рубашку и брюки с подтяжками. У нее есть 4 дрели, прикрепленные к ее спине, образующие механические когтеподобные манипуляторы, которыми героиня может поднимать тяжелые предметы и бросать их в сторону скибидиста. Это дает ей возможность атаковать противника предметами, имеющие большой вес, и тем самым повышается урон ее врагу. На левой и правой руке у нее закреплены 2 дрели, которыми она может стрелять, по крайней мере, это было замечено в серии 16 от Дом Студии. Первая пушка на правой руке способна стрелять гвоздями. Гвозди, выпущенные из этой пушки, способны проникать в цель и через некоторое время взрываться. Способности второй пушки, к сожалению, пока еще неизвестны. Хочешь попасть в видео? Тогда ставь лайк и посчитай, сколько новогодних коробок появится в этом ролике, а я выберу первые 10 правильных ответов.
страшный скибиди-туалет из мультивселенной. Это монстр с металлическими когтями и реактивным ранцем, который устроил охоту на оператора в переулке. Этот туалет обладает интересным набором новых способностей, а также стал самым жутким скибидистом из мультивселенной. Криповый скибидист может стрелять из своих двух ракетных установок, прикрепленных к его бортам. А еще многие заметили, что этот монстр был не выдуман, а взят из игры The Mortuary Assistant. В ней игрок становится начинающим патологоанатомом и отправляется в морг для бальзамирования нескольких мертвецов. Сюжет игры таков, что однажды, поздней ночью, главного героя, то есть вас, вызывают на работу, чтобы заняться бальзамированием, так как смерть не соблюдает дневные часы и может настигнуть кого угодно в любое время суток. Однако есть что-то странное и жуткое в этих телах. Но вдруг раздается звонок, и на другом конце звонит гробовщик, и слухи верны. И теперь вы не можете просто уйти. В игре предстоит пройти немало преград и столкнуться со смертельной опасностью. Thank you.
Вот такая дрель-вумен и страшный скибидист у меня получились. Напиши в комментарии, кто понравился больше всего. А еще не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться на мой канал. Именно так выглядит страшный скибиди-туалет. Придумала этого монстра японская компания, специализирующаяся на спецэффектах. Скульптуру мифологического существа женщины-птицы впервые показали на выставке «Галерея призраков» в Токио в 2016 году. А в 2018 кто-то решил использовать этот образ для нового онлайн-монстра. Теперь этот образ знает практически каждый школьник. Если ты знаешь, кто это и что это, ставь в комментарии плюсик. Но думаю, для вас неудивительно, что такой запоминающийся монстр не прошел мимо авторов, придумавших скибиди персонажей. Поэтому я хочу показать вам, как сделать такую классную фигурку монстра из пластилина. Персонаж полусреднего размера, с множеством когтей и старым унитазом. Из глаз монстра выходит что-то темное. По бокам на корпусе туалета присутствует броня. В одном из выпусков ее уничтожает Клокмен. Пронзив монстра копьем. Если ты знаешь еще информацию, напиши ее в комментарии. А это 10 подписчиков из прошлого видео. Ребята, вы молодцы, что первыми верно посчитали появившихся зеленых глоинков. Ну а если хочешь попасть в видео, тогда ставь лайк и посчитай, сколько сердечек появится в этом ролике, а я выберу первые 10 правильных ответов.
Скибиди Клоун Туалет. Это следующий персонаж, с которым я тебя ознакомлю. И покажу, как его легко сделать из пластилина. Немного расскажу о Пеннивайзе, так как за основу был взят именно клоун из фильма «Оно», а не какой-то другой. На самом деле «Оно», конечно же, не клоун. Это оборотень, перевертыш, умеющий принимать любую форму и управлять сознанием. Но по сути своей это бесплотное существо из света, мертвые огни. Истинная форма «Оно» больше всего похожа на гигантского паука. Его место обитания – макровселенная. Если ты досмотрел до этого момента, напиши в комментарии слово «паук». Так я буду знать, что ты самый преданный зритель канала. Голова монстра из Скибиди вселенной представляет собой белую голову клоуна с желтыми зубами и ртом, обведенной красной краской, идущей от губ к глазам. У него рыжие клоунские волосы и желтая шляпа в белый горошек, а во рту у него механические щупальцы. Thank you.
Вот такой кошмарный Хаги-Ваги из игры Poppy Playtime 3 у меня получился. Напиши в комментарии, кого слепить в следующем видео. А еще не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал. Сегодня я буду лепить гигантского астроскипидиста и титана. Дрельмен Демон-Титан. Это второй вид титанов-дрельменов. Обладает огромной силой. В нескольких сериях с его участием он успел разрушить множество скибиди-туалетов. Он настолько мощный, что способен выстоять перед множеством ударов молота даже самого Титана-камерамена. И легко выдерживает огромные взрывы, демонстрируя свою невероятную прочность. Голова Титана состоит из огромного бура и рогов. Из-за этого он внешне чем-то напоминает демона из подземелья. В одной из серий можно заметить, что его бур на голове может раскрываться, как пасть крокодила, что наталкивает на мысль, что такой монстр может перекусывать противников пополам. Тело дрельмена сделано из чрезвычайно плотного, тяжелого материала, окрашенного в красный цвет. На груди у него расположено реактивное ядро, которое слегка защищено корпусом. У Титана множество функций и атак. Одна из них – это руки с бурами. Они могут углубляться в землю и вызывать очень мощное землетрясение, которое может разрушить здание, создать дыры в земле и заставить природные структуры рухнуть вниз. Кроме того, они могут вращаться и таким же образом наносить удары. Если знаешь еще информацию про этого титана, напиши в комментарии под видео. Ну а если ты хочешь попасть в видео, тогда ставь лайк и посчитай, сколько дрелей появится в этом ролике, а я выберу первые 10 правильных ответов.
Вот такой кошмарный хаги-ваги из игры Poppy Playtime 3 у меня получился. Напиши в комментарии, кого слепить в следующем видео. А еще не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал. И сегодня я буду лепить гигантского астроскипедиста и титана-камерамена с кислотной рукой. Гигантский астротуалет – это очень опасный скипедист, который появился в первой части 70-го эпизода. Возможно, он является главарем астротуалетов. У него есть три клешни с захватами, а между зажимами пульсируют желтые молнии, с помощью которых он может отражать атаки всех титанов. В нижней части корпуса у него присутствует крутящаяся тарелка, а на голове находится шлем. Он второй персонаж в сериале «Скибиди Тойлет», который может разговаривать нормально, а не петь или бурчать каждый раз «Скибиди-скибиди», не говорить задом наперед, а четко и ясно разговаривать. Существует теория, что гигантский астроскибиди-туалет является модернизированным пыточным скибиди-туалетом. Возможно, астротуалетов создали, чтобы уничтожать других скибидистов, которые не активничают на поле боя. Это вся информация об этом персонаже. Если знаешь что-то еще, пиши в комментарии. А вот и 10 подписчиков из прошлого видео. Ребята, вы молодцы, что первыми верно посчитали дрели. Ну а если хочешь попасть в видео, тогда ставь лайк и посчитай, сколько токсичных бочек появится в этом ролике, а я выберу первые 10 правильных ответов.
А сейчас покажу, как можно слепить титана камерамена с кислотной рукой. Это в несколько раз улучшенная версия. Титан-камерамен является самым старшим и опытным боевым агентом. Он один из сильнейших персонажей во всей вселенной Скибиди Туалет. Сейчас в последней версии Титана-камерамена у него на правой руке находится кислотная пушка, которую он оторвал у большого Скибиди Туалета в первой части 70-й серии. Thank you.
Вот такие скибиди-персонажи у меня получились. Напиши в комментарии, кого слепить в следующем видео. А еще не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться на мой канал.